Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Heavy Rain. В прошлой серии упустили еще одного сыночка, Шона. Это просто хреново, это слабо сказано. Не хочется просто выражаться. Опять пристает ко мне мой антивирус, но ничего страшного. Так, ну что ж, давайте продолжать игру. 40 миллиметров осадков уже выпало. Негодующая мать, просто не находящая, видимо, себе места. Жуть. Два с мелочью. Да, тоже так просыпаюсь иногда, молодец. Вырубим телек уже. Телек, правда, у меня сам вырубается. Пойдем. Да умыться, зубки почистить. Немытая, нечесанная спит. Посидеть, типа, надо, да? Не надо. Такая квартирка у нее еще. Что там на компьютере-то можно посмотреть? А, или это не жена его? Кто это вообще? Что-то она как-то себя слишком спокойно ведет. Ну, имейлы на какие-то отвечают. Не, это, видимо, нет. Что-то я спутал. Перекусить что хочешь? Наверное, не хочет. Хочет. Ничего интересного в этом холодильнике нету. Ну, водички, значит, попьем. Что такое? Я же пил. Там еще один. А, нет, показалось. Думаю, на столе, блин, еще один ноутбук стоит. Это там доска, видимо, была. Модные журналы почитать, не без этого. Ну, кто-то определенно есть здесь. I swear I heard something. Good job, Madison. I think you're starting to lose it. Пэм, 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 пэм. Может, нацепить что-нибудь? Лечь спать. Goddamn insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. Что это такое, интересно? Проектор или что это? Этот проектор не в ту сторону светит. Чё она? Так, может, душик принять? Ну, я туда не пойду. Потому что это, похоже, выход. Где у нас можно душ принять? Здесь?
Похоже, это выход, а душ там. Пойдем проверим. Угу. Так, странный умывальник. Многопользовательский, скажем так. Правда, в одно рыло слишком занатан таким мыться. Ну. На 4 персоны, в общем, умывальник, круто. Впервые такое вижу. Где тут душ? Стиралку тоже запустить. Ну. На сон грядущий. Вау. Чё ж такая игра-то откровенная? Но это тоже сначала помылось, потом в сортир сходила. Так, это что такое? Не знаю. Я вообще в душ хочу. О, тоже многопользовательский душ. Ого. Прикольно. Вау-вау-вау, полегче. YouTube, надеюсь, не забанит за такие, опять же, откровения. Помылась и хватит. Все, иди одевайся, короче. От греха подальше. 18+ контент. Скажем так, моделька очень даже хорошо отрисована. Все, новенькая одежда. Что-то не похоже, что она новенькая одела. То же самое, что и сняла. Офигеть, ну грязнулька. Вот такие вот. Еще раз я в душ не пойду. Слишком будет это что такое? А, таблетонька от бессонницы, что ли? Окей. Ладно, гоу. Хватит здесь уже тусить. Свет включать не... Опа! Кто это, блин? Холодильник-то открыт. Я видел, кто-то сюда побежал. Ну-ка. Ты кто? Да, блин, никого нет. Таблетку принял, сейчас вообще свернет. Она куда-то туда смотрит. На холодильник, короче, идти. Кто-то есть. Да что это такое? Кто там балуется? There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Надо на выход.
Ну открывай давай! Получи, скотина мразь! Будет приставать к честной женщине. Кто это вообще такая? Чё вообще здесь? На, по яйцам. По почкам сейчас бы еще бахнуть. Мать. Я уже привык уже, где кнопки. Какие уже. На, получи. Что база? Быстрые китуешки пошли. Ух ты, блин, их двое что ли, или что, я не понял. Точно двое. На, кусь. Получи. Да что это такое? Да я так не могу! Быстро! Это вообще с ума сойти. Телевизор раздолбали. По мордасям. Ой, ой. Я вообще очень мало ошибался. Все, открывай дверь нафиг. Так. Ну сейчас же они все равно ворвутся. Ты откуда взялся? Фух, это был сон. Так это что, все было зря? Я так старался. Сон так сон. Что не говори. Какие-то награды вообще непонятно, что к чему. Это, наверное, когда QTE-шки хорошо проходишь. Тогда награды дают. Ладно, мистер Марс, давай продолжаем. Что ты тут нам расскажешь? 7.31. 43 миллиметра осадков уже выпало. Ё-моё. Да чего вы все стоите прямо перед окном? Пишут. А, ему про парня, что ли, написал тогда этот. Эван или как? Came home from church. All their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged. But it was all to no avail. The children have never been seen again. Какой-то билетик от этого. Какого-то ящика, я так понимаю. I have to get out of here and find out what this ticket is about. Пойдем выясним. Там стоят, ждут. Пойду, выйду, поговорю. Mr. Mars, Mr. Mars, Mr. Mars. Goddamn reporters! They've been camped outside my house all day. Well, короче, пойду сзади выйду. Ну давайте останемся еще. Mr. Mars, a few words. Уходим. Я думал, что именно поговорить.
Can you confirm that your son has disappeared? Do you think the origami killer kidnapped him? Get another car. Mr. Mars, I'm going to disappear. Walk straight Mars, to that please. Car without stopping on the way. Are you worried your son might Mr. Mars, be dead? Как мне, блин, пройти? Do you know if the investigators have any leads? You lost your son in the park. How do you feel about that? Please, Mr. Mr. Mars, can you confirm that your son you has disappeared? Do you think your son is still alive? Давайте, до свидания. Я уже не замечаю, что я играю с английской озвучкой, она настолько органично смотрится. Очень хороший просто окружение, замечательно. Русское портило все. Поэтому давайте с этими субтитрами. Просто совсем другая игра получается. Реально. Ну, пойдем сейчас ящичек посмотрим. Так, опять накрывает. Ну нет, нам надо ящик смотреть. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Толпа опять. Lookers. I can't make it. Too many people. Давай идем, все нормально будет. Давай, мистер Марс. Хера нормально не будет. Или остановилось все? Ну да. Вот это накрыло, так накрыло. Шарик. Блин. Джейсон. Джейсон! Дэд! Где он? Джейсон! Всех посношу. Дэд! Джейсон! Дэд! Джейсон! Же ни хрена, где он? Джейсон! Вон он. Дэд! Джейсон! Да вот же он, был же только что. Дэд! Вон он. Джейсон! Так, ну что, я подошел туда, куда надо, да? Так понимаю. Пойдем в камеру хранения. Что делать? С билетиком. Line 18, box number 3. Восемнадцать три.
не понял. Где 18? 19 вижу. Вот он, 18. Я куда-то пошел. Век. Да ё-моё, ну... Ты будешь или ты не будешь? Вон он, бакс номер 3. Открылась. Коробочка из-под обуви знакомая. Все-таки, значит, сынишку и мастер оригами забрал. И мастер оригами, увы, не мистер Марс. Увы и ах. Он домой возвращаться не хочет, видимо, поехал в мотель поспать, отдохнуть. Ну что, сразу коня за рога? Давай. Ну, смотреть, что это такое. Что тут делать-то? Открывай. Пистолет, телефон. Фигурки оригами. Ну, короче, предлагает, наверное, кого-то убить. Знакомая штука, пистолет. Помните ту сцену в магазине? Парниша такой же пистолет был. Готовы ли проявить смелость ради спасения сына? Гараж и парковка Джо, 4988 Рузвельт Авеню, Лексингтон. Давайте телефон. Карточку надо вставить, я так понимаю. Итану Марсу. Sean. Where are you? I'm so cold. Dad. Dad. На что вы готовы пойти ради того, кого, кто вам дорог? Пять фигурок оригами. Каждая фигурка испытания. Награда за каждую букву. Из букв сложится адрес. Предлагает сыграть в игру. Давай спрячем. Пять фигурок оригами. Killer is light, age between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts,
to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? Покойся. The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life at stake here. Continue, Jaden. Так. Про дождь. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? Ты такой весь из себя крутой, понимаешь? About 10 square miles. Oh, great. Must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? Так. Покойся. The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. Why? The killer is no ordinary murderer. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it? А чё ты какой-то, блин, вообще такой борзый, я не понимаю, а? I came here to find a killer. And that is exactly what I'm gonna do. With or without your help. Fucking asshole! That's enough! Провокатор грёбаный. You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Меньше чем 72 часа. Угу. Тук-тук-тук. FBI. No answer. We waste our time coming here. А может, звонок позвонить? Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. Yeah. There is now. I'm not sure that's entirely legal. Call the cops. Позвали полицию, говорю. О-хо-хо-хо. Тут у нас... Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. He was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. Таблеточки. Таблеточки, мультивитаминчики. Здесь ничего необычного не вижу, честно говоря, кроме
этой всей херни. Горы грязной посуды просто. Таблеточка. Никого. Ладно. Опачки. А вот хозяин вернулся. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Naaman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Так. Why all the crucifixes? Are you afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. Фанат какой-то. Nathaniel. Do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. Тон резко ответил так быстро. Was there anybody with you? No. No, I was alone. За развлечение, интересно. Where do you work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak that name. What does he say to you, Nathaniel? Ну, вмешиваться не будем, пускай рассказывает. I can't talk about it. You mustn't talk about it. He orders you to go and find new prey, doesn't he? He needs more and more. No. No. You mustn't mention him. You'll bring him here. He told you to go and find that kid in the park. The voices tormented you all night long. You wanted them to stop, didn't you, Nathaniel? Stop. Stop. That's enough. So you obeyed them to make them stop. You took that boy with you and you drowned him. Тихо, isn't тихо, that тихо, right? Не what надо. Are you doing? No! Stop! Stop! You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? Так. You are the Antichrist. Put down the gun, Nathaniel. I shall dispatch you to your father in hell. He is the Put son of the Satan. Gun down. He was sent to earth to destroy us. For Christ's sake. Но он угрожает. Так, давай психологию. You're not gonna kill the Antichrist with a revolver, Nathaniel. He's much too powerful for that. Antichrist, my ass! Get that gun out of my face! Keep calm. Everything is gonna be fine, Nathaniel. Team, you shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. Транзец он его убьет. I shot him. Его надо было убить, он бы убил. Looks like you did. Can't say I'll miss him. Come on, let's go. Коп хоть и засранец, но он коп. Ничего не поделаешь. Информацию мы не получили никакую, но завалили. Да, явно не убийца, но... Он психопат, и он опасен. С ним договориться не получилось. Он там про демонов начал нести, в общем. 8 миллиметров, блин, осадков. Сейчас новые травмы, наверное, будем получать, потому что трындец. Каждый раз новая история. Бумажки лежали.
Что-то не просто так. В окошке. С этой стороны обойдем, ничего. Машина вся такая проржавевшая. А вот тут с заднего хода зайдем. Я просто не видел, как. Да блин, как вот. Давай назад. Так, дитё какое-то лежит. Письмецо. Так, мисс Болт. Anybody home? Oh, Jesus. Всё кончено, я больше не могу, позаботьтесь о моём ребёнке. Ясно, здесь мы вовремя. Hello, little kitty. Huh? You looking for your mama? Так, чё нам? Нянчиться будем, позаботьтесь, говорит о моем ребенке, пьяница какая-то. Курева, пивасик, блин. Ну, конечно. Образцовая мать. Мать, мать, мать. Так, кроватка. Это странно. Очень как-то странно она сдриснула. Миссис Боулс! Миссис Боулс, are you there? А. Ну-ка, ну-ка. Надо по-быстренькому. Ой, твоя дивизия, а. По-моему, уже все, не? Миссис Болт! Миссис Болт, can you hear me? Wake up! Wake up! Напилась я пьяна, блин, не дойду я до дома. Скорую вызывать по-быстренькому. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital, please. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Говорит, да, найдется. Все, лапти помыть. Тютевый. Для этого достаточно. Let's see. I need this. And this. And this. Ходит, блин, как собака сутулая. Так, все будет в порядке. You'll be all right. I'll take care of you. Так, stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Крутим, крутим, stay крутим. With me. Okay, come on. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Well, luckily the wounds aren't too deep. Hey, how are you feeling? You okay?
my baby. My baby needs me. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? Do you know what to do? With a baby, I mean. I'm a private eye. There's nothing I can't do. Her name is Emily. Хорошо. Gotcha. Эмили так Эмили. Разберемся. Что, руки помыть пойти? Тут бутылочка. Кормить надо будет. С молочком. Только погреть его, наверное, нужно сначала. Только взял и ушел. Hi there, Emily. So, what seems to be the problem, huh? Oh! Going by the smell, I got a pretty good idea. Начинается вот эта вот бытовуха. Okay. How do you do this again? Помыть не надо. There you go, fresh new baby. That should feel better. Я думал, что помыть вообще-то надо, right, когда Emily? Там что-то происходит у них, не? Ладно. Hey, what's the matter? I thought we solved the problem. Поесть, наверное, хочет. Может, убрать там этот грязный подгузник надо, не? I guess I better warm this thing up. Ну тогда. Oh, Emily, are you hungry? Huh? You hold on. I'll just tilt this bottle a little bit so you don't choke. Осторожненько. Заливает такой, на, блин, пускай все влазит. Все высмоктало, офигеть. Пол-литра, блин, молока собачило. Нормально. Это нужно много раз нажимать. Но, мне кажется, что было... You're feeling good now, right? Блюпей. I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze. Okay. Alright. Так, надо осторожненько. Аккуратненько. Знаю, что медленненько. Тири-тири-ти-ти-тири. Оп. Блин, резко слишком. Да что это такое?
Ну как-то, блин, так захлебывается потом. Вот. Так. Все, спи, моя радость. Усни. В доме погасли огни. Рыбки уснули в саду, птички уснули в пруду. Все. Все. Тихо. Сладких снов, как говорится. Пойду с твоей мамашей по базарю. С самоубийцей. Такой, ай, не-не-не, я домой. Ну шо? Так, полазить здесь. Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. I just couldn't cope anymore. Just not having Jeremy around. He was such a good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? А ее сына убили. Поэтому она... The day after Jeremy. I don't know what happened to him. Maybe he couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own and... Do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? Ну да, кстати, подозрительно. No. He left the house without a word and there was just a cell phone. Опа. A cell phone? Yeah, I found a cell phone in his dresser. Опа. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. Do you still have it? Yeah, it's in a drawer in the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along. But I guess I'm out of options. Well, look after yourself. And Emma. I will. I promise. Да уж, нелегко ей досталось. Пойду возьму. Телефон. In a drawer in the living room. That's what Susan said. Good luck, Emily. You take care of your mama. Так. Пора сваливать. Как и зашли, так и уйдем. Через задний ход. Так вот, ребятушки. Так, ну что ж, следующая часть уже. Будем играть за Итана.
Вспомните, в первых частях матерился, ё-моё, не могу эти QTE-шки выполнять, но со временем уже привыкаю, и вроде бы более-менее нормально все получается. Выбирал, как я уже говорил, средний уровень сложности, особо не заморачивался. На тяжелом было бы слишком тяжело, я считаю. Тем временем уже среда, и все больше и больше, и синишки-то ушел на времени все меньше и меньше, к сожалению. А Итан, походу, пойдет выполнять сейчас задание. Городской гараж. Ладно, на этом закончим серию. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.